Заключительным событием в рамках визита ламы Сопа Ринпоче в Калмыкию в 2019 году стала поездка в Лагань, второй по численности населения город республики. Лаганский хурул известен как религиозный центр, который в сентябре 1992 года посетил его святейшество Далай-лама XIV. Он осветил строящееся здание хурула, сделал пожертвования для завершения работ и оставил реликвии для алтаря. В разные годы здесь также побывали Богда Геген и государственный оракул Тибета. Недавно в Лагане завершили строительство второго буддийского храма, который должен вмещать большее количество верующих. Здесь лама Сопа Ринпоче прочитал лекцию и даровал благословение белой тары. Я хотел бы рассказать вам то, что обычно говорю, когда даю наставление как учитель своим ученикам. И я говорю обычно о том, что даже если вы не являетесь теми, кто верит в карму и предыдущие, и последующие перерождения, даже если вы не верите в учение Будды, в дхарму, тем не менее, независимо от ваших религиозных воззрений, нам всем необходимо практиковать терпение, нам всем необходимо практиковать сострадание, а также удовлетворенность. Это то, что нам требуется в нашей жизни, потому что если мы все время конфликтуем с членами своей семьи, со своими близкими и друзьями, то мы будем испытывать лишь страдания изо дня в день. И эти страдания будут так же бескрайни, как и пространство. И поэтому, будучи человеческими существами, будучи людьми, мы не желаем проблем. Если мы желаем избавиться от страданий и проблем, нам необходимы эти любовь, сострадание, а также терпение и терпимость. Даже если вы не следуете никакому религиозному учению, даже если вы не верите ни в какую религию, нам необходимо стремиться к тому, чтобы быть хорошими живыми существами, стремиться к тому, чтобы быть хорошими людьми. И поэтому я прежде и сейчас говорил о базовой этике. И это то, что в самом деле может принести умиротворение, это то, что в самом деле может принести счастье всем, кто проживает в этом мире. Приезд такого великого учителя, как лама Сопа Ринпоче, это большой подарок, конечно, для нашей республики. Мы очень рады этому и получить благословение от него. И именно как вот сегодняшнее мероприятие, и мы от него ожидаем очень многого и желаем ему здоровья на долгие-долгие годы жизни. Я обратила внимание, что здесь дети и молятся, и помогают. Мне кажется, происходят какие-то значительные перемены в мыслях и в душе людей. После таких долгих лет, мне кажется, трудных и тяжелых в моральном плане, сейчас переполнена такими надеждами и верой, что все у нас будет хорошо и отлично. Проведение ретрита и дарование таких полезных учений – это невероятно полезно, и мы должны все участвовать в этом. Я думаю, как сам лама Сопа Ринпоче говорил на одной из лекций, то, что в Калмыкии очень большая вера, то, что люди здесь очень хорошо верят. И именно дарование учений по философии буддизма может дополнить эту веру и сделать из Калмыкии еще более лучший буддийский центр. Thank you.
После встречи с верующими внутри храма лама Сопа Ринпоче проследовал к недавно построенной большой статуе грядущего Будды Майтреи. Идея возведения статуи пришла священнослужителям Лаганского Хурула после визита в Лагань в 2010 году известной во всем мире выставки буддийских святынь в рамках международного проекта ламы Сопа Ринпоче, который назывался Майтрея. Таким образом, визит учителя был особо важен, поскольку именно его выставка, его активность послужила вдохновением для возведения 15-метровой статуи Майтреи, которая стала самой большой в Европе. Культ грядущего Будды Майтреи существует во всех странах, где традиционно исповедуется буддизм. Майтрея считается преемником Будды Шакьямуни, и согласно легенде, в будущем он также станет просветленным и распространит учение о прекращении сансары. Во время нисхождения в мир людей любящего Будды Майтреи, так переводится его имя, прекратятся войны, голод, болезни, общество будет наполнено терпимостью и любовью, повсюду будет распространена гармония и благодать. Чтобы встретиться с Майтреей в будущем, получить от него учение и жить в прекрасном мире, сейчас верующие буддисты выражают ему почтение, делают подношения и читают молитвы устремления. Лама Сопа Ринпоче с монахами провел освящение статуи Майтреи, совершил ритуальный обход, а затем поучаствовал в создании памятной фотографии со всеми участниками встречи в Лагане. Арахате самая гай самая будая тая тая ома анзиде абая анзиде анзиатензая арахараметри авалогете каракарама самая ситиам барам барама амбудеменда абиза амара амара Ema kamae samaya bodhiyam bodhiyam aayam bodhiyam swaha Oma muhiya muhiya maha muhiya swaha Oma muhiya muhiya mara swaha
Настроение, конечно, у наших жителей и лично у меня очень такое высокое в духовном плане, значит, и прекрасное настроение. Все лаганцы с уважением относятся к нашим большим ламам, особенно Сопа-Ринпоче, потому что наши представители ездили, брали разрешение у него на устройство вот этой Будды Майтреи нашей. Вот. Поэтому большое спасибо ему от всех жителей, от всех верующих нашего Лаганского района здоровья, удачи, благополучия его. На сегодняшний день это очень хорошо, что очень большие такие ламы приезжают к нам, как Сопа-Ринпоче, как Ишеладой, как Телетулка-Ринпоче. И для возрождения буддизма, который как бы потеряли в 43-м году после депортации, это для калмыцкого народа, для верующих имеет огромное значение. Поэтому верующие все благодарны таким большим учителям, которые приезжают, дают учение и посещают наш хурул. Вечером лама Сопа-Ринпоче в сопровождении монахов отправился на Каспийское море. На быстроходных моторных лодках по каналам группа лам вышла в открытое море, где все вылили из приготовленных бутылок благословленную мантрами воду. Тысячи рыб и другие морские обитатели таким образом получили благословение, а весь Каспий стал большим сосудом со священной водой, несущей причину освобождения от страданий. Вглядываясь в зеркало водной глади и любуясь закатным небом, размышляя о безмерном сострадании ко всем живым существам и наблюдая за учителем, его добротой и масштабом благих деяний, можно было ухватить вдохновляющее понимание главного смысла жизни. В этот прекрасный мир мы пришли, чтобы творить добро и понять природу всего сущего, чтобы устранить все негативное в своем уме и проявить любовь и сострадание ко всем существам, нашим близким родственникам, нашим матерям. Поездка на Каспийское море стала символической кульминацией всех событий в Калмыкии, когда известный в буддизме образ «Безмерный океан страданий сансара» после благословения ламы Сопа-Ринпоче трансформировался для миллионов существ в океан причины освобождения. Случившееся стало возможным благодаря силе сострадания учителя. Его визит в Калмыкию проявился в виде совершенной мандалы, где были собраны безупречное место, время, учитель, ученики и проповедь учения Будды. Все вместе, лама Сопа-Ринпоче, верующие буддисты из Калмыкии, многих городов России и соседних стран, вращая четки сострадания и начитывая мантру Будды Авалокитишвары, запустили волну энергии любви и сострадания. Благословение и мудрость учителя, его наставления и смех, величественные своды и росписи хурула, золотой Будда, сангха, полностью посвященных монахов, вдохновенные молитвы и счастливые лица верующих – это останется в памяти отпечатком на всю жизнь. И самое главное –
обязательно станет причиной для счастья миллиардов существ, которые наполняют все три сферы и бесчисленные миры. Поскольку даже только одна прочитанная мантра Авалокитишвары, только одна мысль о любви ко всем существам, только одно действие помощи конкретному человеку или животному или насекомому становится началом для неотвратимого движения к нирване, подобно тому, как мы берем в руки четки и начинаем читать мантру одну за одной, круг за кругом, жизнь за жизнью. В этом бесконечном вращении четок уже сейчас созревает безмерный плод, к которому мы приближаемся с каждой мантрой. Плод совершенного знания Будды, наполненного состраданием, созидающего гармонию в мире, который из океана страданий обязательно превратится в океан просветленной любви. Сострадание – одно из самых важных качеств для тех, кто хочет быть хорошим человеком, для тех, кто действительно хочет принести пользу себе и другим. Сострадание – это семя. Сострадание – это и вода, необходимая для взращивания семени, сострадание – и результат, как плод, появляющийся из семени, которым вы можете насладиться. Восхваляйте сострадание. Настоящая забота о себе – тоже выражение сострадания. Определение сострадания – ум, желающий избавить других от страдания. Если применить его к матери, отцу и другим живым существам на основе взаимозависимости отношений, это будет вашим выражением сострадания. Сострадание улучшит ваш день, сострадание сделает вас счастливым, оно принесет счастье другим людям, оно успокоит вас и умиротворит, сострадание принесет мир. Сострадание – это все. Если нет сострадания, то все теряет смысл. Когда присутствует сострадание, все обретает смысл. Прежде всего, любовь и сострадание нужны для вашего собственного счастья. Не только кратковременного, но высшего, чистейшего счастья, полного устранения грубых и тонких завес и обретения всех духовных достижений, сангье, состояние Будды. Так что даже если речь идет только о ваших собственных интересах, сострадание – это наиважнейшая вещь в жизни. Наиважнейшая вещь в жизни. Если вы сострадательны, то у вас есть источник счастья. Ваша жизнь будет исполнена величайшего счастья. Так что даже вам самим это принесет такое умиротворение. Даже если речь идет лишь о вас самих. Если у вас есть сострадание, вы не будете причинять страдания другим существам. Чем больше у вас сострадания, тем сильнее вы будете стремиться избавить других от страданий.
не только избавить их от страданий самсары, но и стать причиной их счастья. Так что сострадание очень важно. Важно посвящать свою жизнь другим. Вы один, а других бесчетное множество. Бесчетное множество существ — это невероятно. Если же говорить о мире в целом, то чем больше людей будут зарождать в своем сердце сострадание и приносить меньше вреда другим, тем больше счастья будет в мире. Сегодня на планете так много атомных бомб и другого оружия, вселяющего страх. Но если у вас есть сострадание, не будет нужды применять ни атомные бомбы, ни другое оружие. Они перестанут угрожать миру. Эта угроза будет устранена. Так что сострадание может принести так много счастья всему миру. Это так важно. В этом и состоит цель нашего затворничества. Вы задали очень хороший вопрос. Это самая главная цель нашего затворничества. Это именно то, что нужно миру. Это затворничество – ответ на нужды мира. Взращивайте сострадание. Это не принесет вреда ни вам самим, ни другим существам. От этого одно только благо. В этом источник мира на Земле. Thank you.